Всем привет, с вами Диджей, и это игра про нашего уборщика крови. Все, продолжаем. В предыдущей части вечериночку всю почистили. Всех поубирали. И вот продолжение. Ремонт детской комнаты он, видимо, закончил. Наш персонаж. Музыка играет, радио играет. Так, нет, не с вашего компьютера. О! Сюда его притащил. С собой забрал. Так. Привет, папка. Я хотел тебе сказать, что начинаю чувствовать себя лучше. Врачи говорят, что лечение работает, и я стала чаще вставать с кровати. Сегодня я даже участвовал в групповом мероприятии. И это было весело. Было приятно снова посмеяться. Мне еще нужно быть осторожным, но приятно видеть прогресс. Не могу дождаться, когда я вернусь домой и проведу время с тобой и Декстера. Я скучаю по вам каждый день. Люблю тебя. Так. Ну, давайте начнем следующую миссию. Говорится, не будем время тратить зря. Нашу любимую долгую ночь. Что там? Сейчас почитаем. Эх, будет долгая ночь. Современное искусство. Увидеть своими собственными глазами, на что эти миллиардеры тратят свои деньги, было отвратительно. Пока некоторые из нас пытаются свести концы с концами, другие находят удовольствие в жестокой забаве. Мир действительно является лишь игровой площадкой для богатых. Мне главное до этой части в этой квартирке такая мелкая была серия. Зато следующая такая. Я им сказал прям много, но объемная. Бассейн, дом, домики. Сад. Сейчас заценим следующее. Good luck, good night. Так. О, сразу с мяса начинается. Так. Художник по уборке прибыл. Это что такое? Шарик, что ли? Оп. Что-то не мешался. Что это у нас? Картина уже криво стоит. Бай-бай. Что у нас теперь? Точно. Подожди. Она воду на воде. Не точно? Все разбивали. Где этот стол стоял? Где стоял этот стол? Черт его знает, где он сейчас стоял? Где же стоял за ним? Картину нет вообще, да? Да. Нифига себе, мастер. Короче, раз ты не знаешь, где стоят, потому что я туда. Или на тебе выставлять. Ну, вот это.
стойте. Не разбей. Вот надо было. Что у нас тут? И тут отвортельник. Так, блядь, нам нужно водичка, блядь. Это откуда? Отсюда? Это откуда он? Нет, сюда. Вот, да. Ну ладно. Где это вот вода? Сколько нам времени добираться? Здесь сидит? Господи, как мне до этой воды добраться? Где там комната? Показывает, что тут, а тут-то что, есть дверь? Нет. Нет, нет, господи, блин. Нафиг тогда ты меня сюда, блядь, зовёшь? Серьезно, ну хорошо, давайте отсюда начнем. It's not how it usually works. А что такое? Почему без музыки? Так, что-то у нас. Это было хорошее, да? Ну да, типа часы. Унесем мы. Я могу. Опс.
Опа. Ой, ба. Я ничего не видел. Что, магазин двери, что ли, ничего? Так, здесь со мной посмотрели, да? Ну, мне кажется, малесенький тут явно не хватит. Всем моим желанием. И как мне туда залезть? Нужен же способ быть, правильно? Надо что-то здоровое принести. Ну, здоровое, здоровое. Люди выбора. Это что такое? Так, ладно. Ну, давай тут поменяем. Как туда залезть? Как туда залезть? Чувствую, мы тут надолго. Хватаем тулочку. Ну, давайте вот здесь приберемся, да? Сейчас, короче, основной зал уберем, а там потом дальше.
А, вот что там лежало один из костей. Там больше вспомнить туда не надо, это чуть-чуть здесь есть один что-то. Все понятно. Лично, ну вот. The triplets are back together. Могло бы все-таки было. Тогда было сюда. Вот мы не знаем, куда. И вот стул тоже, ничего. Тоже сюда. Что-то надо знать. Надеюсь. Сейчас складируем. Тут барабаны тоже. Тут не знаю, как удобно, тоже сюда. А, мне же две теперь швабры. Точно. Ну, так, я же говорю, две. Одну, по-моему. Вторую, по-моему. Сразу его поменять. Кажется, я уже видел этот фильм. Он еще эти кости, да, но собирает он. Так, сейчас мы вычищаем. Где машина? Ну, по идее, вот же дорога, да? Да, да, машина. Сейчас мы эту сторону все почистим, конечно. Вот тоже спрашивают, чего это? Я не знаю, ничего. Тоже в эту кучу все. Да. Я не знаю, что от чего тут. Все можно вместе. Чё, ну я же ее включал, она назад почему-то не
Почему он в обратную сторону все играет? Ну, раз в обратную, давай вот так вот туда и включим. Вот. Все, там разнобой был. Все. Картина. Откуда? Тоже не знаю, да? Ну, раз мы не знаем, давай пока их сюда тоже. В кучу ко всем. Сам разберешься. Да, тут это поменялось. Красный здесь действительно выделяется.
Ну вот и где глобус нашли. Глобус, да? Сейчас. Секундочку. А где козел должен быть? Тоже неизвестно. За козла собой забираю. А раз козел неизвестен, да. Ничего, разнобой все пораскидывали, а ты потом собирай этот ребус. Ну и, короче, где-то еще 50 тур всего бы. А, что-то шер. Вот откуда. Прикинь, он здесь валяется, а я вот смотрю, его даже не видно. Ты может он сверху? Да нет. Тоже туда. По всей куче. Так, надо наверх, да, ну? Ой, здрасте. Вот так вот. А вот, где пошел, надо разберем наверх. Так, все, надо сейчас пошел, в принципе. Пошли вниз. Еще хвосту, ладно. Так, пошел, надо, в принципе. Ну или как он начинает пошел. Извини, я опоздал твое смертное признание. Ну ты че? All of it.
что ты сотрет, ну ничего себе, ведро. Вдруг я два ведра вкачал. Что я и не глянул. Восточное крыло все, да? Прямо куда это все? Твою мать. Офигеть. Залазит. Что не так? Вон лишку открывается. Мы говорим, что это открывается. Открывается, образно больше. Подняться, что там интересно. А, ну вот наверх это вот типа не влезет. А отсюда вот и сюда не влезли, да? А, ну вот если был бы сейчас пул, здесь я залезу, да, туда? Да ёп! Какой ты дебил это сделал, блядь? Ну, скучно жилось.
Да, не прыгнул, он шаг сделал, блядь. Не прыгнул, сделал шаг. Ну вот что он тут не залазит? Он не хочет залазить, и все, вот он допрыгает, и все. Я, блядь, вперед жму, он, блядь, на одном месте просто, как будто как вот стена невидимая. Не дает ему все шагнуть. Ну, смотри, опять он сделал, сука, шаг, блядь. Пиздец. Вот пизду, блядь. Долбоёбы, блядь, придумать какую-нибудь. Так, ну что, стулья еще чуть-чуть. Я ничего не сделал, блядь. Все в разнобой, все поразбросало. Лазили по всей территории. Типа, если туда залезу, то я оттуда смогу сюда зайти, где со дверь открыть. Ебать логика. Че, попробуем еще раз все-таки. Типа я должен был отсюда, вот, наверное, и предусмотрено было, что я... Но он не допрыгнул, не допрыгнул. Может, лестницу поставить? Вот там, сюда. Она обопрется там. Так. Ёп, твою мать. Не, он не допрыгивает. Надо что-то поставить, может. Или на вот эту... Вот эту спинку, если только запрыгнет. А он еще идет со спинки. Вот. Вот. Все, открывай. Вот он, следующий стул, блядь. Все. Пойдем. Примите. Открывайтесь, давай. Где там еще стулья надо? Куда его там снял? Надо его низко вернуть. Что тут еще же где-то, да, надо было быть туда. Сюда. И вот надо мной. Два, да? Два стула. Понятно. Вот. Начинаю все проверить. Да меня тут доперло, что это не означало, что по кругу. И чё, следующий не знаю. Угу. Не работает. По кругу именно одной песни это означало.
Очень, блядь, приятно. Так, и откуда вы тут тоже смог? Владелец этого телефона должно быть мертв.
Ну, похоже, что можно поставить цену на человеческую жизнь. У него, наверное, были другие планы, помимо участия в игре. Disturbingly cozy place to watch people fight for their lives.
Да, вот, ну надо было. Что-нибудь захотел изменить по телефону, то ли не полно. Ты не лепишь, ты. Еще не попадет. Ну да, вот он. Разобрались.
Так, типа, все, да? Это он сверху, верхнюю часть, это же. Да. Пять он лучше. Блин, стол. О. Стол. Не, ну там, да. Ага. Так, нет. Штучно не было. Точно. А теперь думаю, как закрыть, да? Это какой-то кайф. Где мы? Да что ты будешь делать? Вот там были доли секунды, но стало зеленым. Вот надо. О. Нет. Я не хочу. Вот что у нас. Тут выйти он дальше. Что легко. Конечно, так не умеет. Оно было. Но по любому. Типа они должны были упасть, разбиться, должны были заорать, да? На это был расчет.
Все остался доступных, да? Длинный меч или катана. Давайте назовем это ничего. Ну, наверное, придет аут находится с вот этими оттуда. Ну да, да, да. Ну что? Сайонора, храбрый самурай. Это только мало брожен, я вижу много это в последнее время.
Так, давай так понимание отсюда, да? Неужели всемогущий VIP это было так смешно? Получается, что мы прошли. Только не возвращайся к жизни, пожалуйста. А, значит, сегодня со мной закрывали, да? Так. Это можно. Нужно убирать там, блин, да? Надо закрывать. Несчастно. Еще один большой дом, да?
Scrub. Он вверх, да, поднялся? Откуда это? Боже, это должна быть ужасная шутка. Какой неудачливый парень.
тоже квадрат. Прямоугольник на сотню. Где-то дальше регулярности. Я не знаю, какой же мужик здесь был. Да, это да. Вот за знакомые звуки. Fuck you. Это гребаный пылесос. Да ёб твою мать. Я тут взял вот больше, блин. Ничего.
Лучшая защита с хорошее нападение. Еще одна пушка. Так, куда? Я понял. Так, и стол, да? Надо не забыть про стол. Египетск, куда? Египетск. Надо все посмотреть, проверить за какая глупая выставка. Еще больше пас. Я там сейчас картинка. Что, это задать или что это? What is that even for? Which one is that? Так, что теперь делаем? Отхода сюда. Не шанс.
день, когда музыка выжила. Опа, обратно отверстие. Что ж? Ну, наверное, раз подошло. Так уж туда, тёпа. Чё я записываю? Ну, я нужен туда. О, закрытыш. Замечательно. Опа, ну. Видишь? Типа надо отсюда аккуратно надо. Надо заполнить. Заполнил. Отсюда попасть. Здесь, короче, все просто запихали, видимо, это может последняя даже миссия. Что сюда просто все запихали. Специально тебя нарисовали. Да. Шутка. Шутка. Пятиминутка. Ну да.
Вид мероприятия завтра запланировано рассчитать по своим выходным. Нет необходимости ничего учить техники, мы все позаботимся. Увидимся в понедельник, хорошего отдохнуть. Никогда не отказывайся от оплаченного выходного. А, вот он подсказка, смотри. Оранжевый, серый, зеленый. Это сверху, да? Ой, розовый, серый, зеленый. Оранжевый, синий, серый. Да. Розовый, серый, зеленый. Оранжевый, синий, серый. Подожди. Розовый, серый, зеленый, оранжевый, синий, серый. Розовый, серый, зеленый, оранжевый, серый. А, вот он синий. Значит, это не серый. Вот. Значит, вот так. Подожди. Розовый, серый. Синий, серый. Синий. Вот, я внутри. Вот, 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 вот. Вон, секрет обнаружил. Что тут у нас? Ну что ж, тут всех врагов. О! Вещь. Ладно, что за хоррор такой пошло? Спасибо, еще. А выносить это все кто будет? Эти помню вместо топора это надо. А, да? А. Ох ты, ёптома, ты меня испугал. Ну, здравствуйте, что там? О, ты мне еще песенку подогнал. Ну, спасибо. Сюда песенка. Спасибо. А теперь точно делать нечего. Что типа теперь у меня вот она катана появилась. Ага. Это мы путали. Да, снова.
Прикольно, прикольненько. Ну, вот, что не зря посмотрел. Птичка. Да я включаю способности, потому что капли не снега прохожу. Засветится. Так, сумматил, ты можно и пропустить. Ага. Да, это еще и манекен. Ну, тут точно не манекен. Спасибо. А, это типа выкрой появляется. Так, это куда детали? Вы? Чай, я знаю, здесь остальные. Кто-то не в палате с остальными в группе. Не надо было. А что?
Еще один звучатель. Понятно. С барабаном сейчас идем. Гитара еще. Да, что перейдем. Сейчас еще один.
Эти плиты, надеюсь, ты меня... Как это все-таки оттуда выходит? Так, там, где это все равно еще не попадается, да? Все задачи. Картина будет, я не вижу. Давай ты допустим там что-то крутит. Сразу не картина сразу допустим. Ну, это точно.
Пьет, вообще. Так, тут еще, да? Меня закрыл, нет. Теперь по 5 упал, мне не достанет. Как будто бы он тебя доставал. Да, тебе высоко. Что ты имел? Also wonder what some people have in their heads. Look at your views. Мне еще дать ничего. Меньше, нет.
Ты убегал, либо зарезал спину, или то и другое. Я тебе кое-что покажу. Пока надо искать, да? Нет, их нет. Арена там уже. Еще посмотрю. Человек. Пойдем. А, ну все, тогда там ничего нет. Закрылся. Кассет. А-а-а, кассет. А что, тебе не дашь? Опа, ну. Вот это вы что-то посерьезнее. Да, да. Ладно, мы подстанем. Так. Ну, стул. Последний. Yellow to yellow. Шел предыдущий фонарь.
Шансы быть великим Газаром малы, он никогда не равным не был. Раз откуда? Думаю, там что-нибудь попало. Не думаю снова падать. Шарик, что-то. Ну ты попробуй найти это шарик, где он может валяться. Они все зачем? Ты делаешь, что не все. Эх.
черный, вот загадка. Три черный. Ну нафиг, пусть я отсюда сразу. Все двери открыл. Может, еще кто-то что-то. Где этот любимый лет шарик? Я вот так вот пропустил, просто не обратил внимания. Типа как шарик, да? Ну, видишь, как экспонат, который не на своих местах. Ну, попробуем найти него. И на своем месте. Вот я и говорю, вот тут лежит и непонятно, и все. Вот. Все. Валим отсюда. Все, убрали, все, поставили, все. Нифига себе. Кстати, это 40 минут, это 2 часа 15 минут. Квартир. Вот. Все нашел. Вообще прям плюс 200% прохождения. Спать. Че, на вот.
Так. Динозавр. Так, что нам по карте будет в следующей серии? О, да. Склад большого джима. 21 ноября, 18:30. Я так усердно работал для этого момента. И теперь все, наконец, готово. Ты действительно думал, что сможешь избежать наказания за убийство моей дочери? Не-не. Пришло время усвоить свой урок. Ребята, давайте начнем вечеринку. Ну, в общем-то, так это довольно-таки долго серия. Это нормально продолжать в том же духе, Декстер. Работать такой отвратительной профессии. Как я вообще могу это остановить? Ну ладно. Всем спасибо. Всем пока.